К слову, одним из направлений работы второго Восточного экономического форума стал туризм. По этому вопросу рассматривали целый комплекс решений, начиная от визового контроля и заканчивая созданием туристического проекта «Восточное кольцо». Дамы и господа, проекты, которые я назвал выше, отражают все многообразие возможностей для совместной работы на Дальнем Востоке. И чтобы он стал центром интеграционного притяжения, площадкой для сотрудничества, мы создаем максимально благоприятные условия. Также правительство уже ведет работу, призванную упростить порядок получения виз для иностранных граждан, прибывающих в свободный порт. Планируется, что все формальности можно будет урегулировать через интернет-сервис российского МИДа, получив электронную визу. Все губернаторы Дальнего Востока подписали соглашение по созданию туристического кольца «Восток» с Министерством культуры Российской Федерации, агентством по туризму, для того, чтобы привлечь внимание особенно иностранных туристов к субъектам Дальнего Востока. Этот проект тоже очень такой привлекательный и имеет очень хорошую перспективу.